Здравствуйте, уважаемые коллеги по хобби. Ровно год назад мы купили на пробу один росточек адениума. Год он у нас прожил, претерпел одну пересадку. Мы остались очень довольны цветком. На наших окнах ему очень хорошо. И он прекрасно прижился в нашей квартире. И вот, почти через год, мы вернулись снова к нашей заводчице на рынок, чтобы посмотреть, что новенькое у нее появилось, и обсудить проблемы, которые возникли у нас при уходе за данным растением. Хочу сразу сказать, что лекция будет неторопливой и долгой. Мы будем тщательно обсуждать все проблемы. И еще сразу приношу извинения, что на заднем фоне будут бегать и кричать дети. Их, к сожалению, я остановить не смог. Приятного просмотра. Нет, он у меня такой хороший. Почему-то, может, потому что на солнце наярко. Не, кончики сохнут. Чуть-чуть, да. Это неправильный палец. Не заболевай. Не заболевай, я же когда он подсох. Ну правильно, смотрите, он подсох. Вы его начинаете поливать. Набиваю так воды сюда, чтобы вот от верха до нижнего весь грунт промочил. А вы ему один раз полили, вам кажется, ой, он хватит. Он кончики сохнет, может, бутоны сбросит. А откуда ему напиться, набраться, если у него вот так только промочится грунт? А там все легко. То есть даже есть такой вариант, что поставить в горшке, сейчас пусть теплее нельзя. Вот такой можно. А этих еще маленькие, они не такие мощные. Я его раз пять сюда, не пробую. Вот раз полила, вода уходит, я опять ее И вот у меня, вот я их недавно полила. Весь грунт черненький. Он тяжеленький. Семена у вас есть, на одобрение у вас еще остались? Так, смотрите, вот показывает 54-й вот номер. Так, значит, вот это... Вот оранжевый, 24-й. Смотрите, 54-й, вот так вот. Тоже уже обрезанный, макушки красные. Это такой вот. 46-й, это вот, смотрите. Не знаю. И вот такой еще есть, красный. Получается у вас, смотрите, 66 красный, потом идет оранжевый, потом идет розовый, и здесь у нас 46 темный. Знаете, я еще его обрабатываю, у меня там берется, а я, если что-то заводится на нем, берете Актару. Актара. По инструкции вы ее разводите. Ну, люди брызгают, а вы не брызгаете, а полейте. Вот развели и его полейте. Нужно дважды полить. Актара. Актара. Это чье производство? Я уже не помню. Не помню. Но в магазине везде есть. Актара. Полить корень. Не на него брызгать, а именно один раз поливаю. Недостаточно. Два раза нужно полить. И вся фигня с него вот это. Он напитывается этими ядами. И вот все, что заводится от него. Ну, еще и продаются, знаете, что такие таблетки продаются. Сейчас туда не воткнешь, они очень маленькие, нежные. Втыкаешь, и вроде как у меня там не заводятся такие вот. У меня дома много цветов. А что, экспериментируйте, кто вам не разрешает? И вот желтый, вот у меня номер 3, еще желтый. Ну вот я с ними только вот эти вот пересадки, и только с верхушками работать, только его формировать, это маленький макушку режет,
А вы знаете, я тот цветок, который у вас, я его на кушке не обрезала. Ну, так вот у вас один макушки отжали. Ну, он такой, вы знаете, он не такой, вот рядом. Ну, понятно. У меня вот такой толстый стебель получился. Вот. Да, ну, выше. Да. Ну, трогайте лепешку. Да. А как? Что пришло? Первые поездки листочки? Нужно именно ствол отрезать, не листики вот тут прищипнуть, и все, листьев нет, а макушка цела. Именно нужно вот резануть вот эту часть, а вот в этих пазухах пойдут боковые. А следующий вопрос. Мы резанули стебель, чем мы его обрабатываем? Водой. Беру ватный диск и прямо водичку смочила. Ну, или прямо вот так беру под крантик, там это водичку смою. Все раны мы смываем с сыном водой. То есть ничего. Без марганцовки, без ничего, да. Если уже когда у вас, например, там начнет гнить, иногда бывает уже здоровым, начинаешь и смотришь, прям начинает гнивать. И он это у меня, сын эту картошку всю очищает. Конечно, он некрасивый получается, но он его спасает, потому что на нем, может быть, прививки наши какие-то сортовые. И вот тогда можно чем-то обработать эту рану, как картошку прям вот такую выгребает. А к ним прививать можно что-то? А вот прививка у меня цветет, вот прививка. Это... Вот это все цветущие, все прививки. Все привитые? Да. То есть прививаете цветущий какой-то, другого вот цвета? Вот это за 1000 мадам прививаете. Вот недавно его отрезала. Мы его проглядели, он вот этой палкой вытянулся. Я верхушку обрезала, видите, сколько проснулось точек? 5 точек. Вы знаете, я что-то лоханулась. А прививочный материал как готовить тогда? А прививочный материал, я там же с девчонками договариваюсь, у кого, ну, кого кто хорошие будет какие-то сорта. Ага. Мне понравились, я ей пишу там в Ростов или еще ага. куда-то. И она бедненькая, но я стараюсь поближе. Ну, само собой, чтобы... Она там как-то его отрезает. Ну, бутылку обычно. Нет? Ту бутылку он же циркулирует. Да. Это все сгниет. Она как-то и консервирует. И стебли мне эти присылают. Я бегу рано утром к автобусу, забираю. Обалдеть. Не, вы знаете, вы каждый год приезжаете. Лучше будете прививать, а вас лучше вот покупать привитой. А так вот у меня привитой. Вот он привитый, да? Да. Вот рядом вот там написано Хорланген привитой. Да, вот он. Ну, ага. Прививки вообще по полторы, но я могу 1200. И вот, могу, у меня вот два шикарных сорта прививок. И что я заметила еще, вы знаете, прививки, вот прививка прямо в этот же год, я сделала прививку, в этот же год она цветет. То есть без прививки он не цветет? Цветет. Цветет. Вот смотрите, Sharp Front Star, вот такой вот у меня прививка есть, угу. такая вот. Ага. Это розовый цвет. Очень красивый. Сейчас покажу вам Хорлангел у меня. Прививка, коралловый такой цвет. И я вам покажу, что он у меня цвел зимой. Значит, ну вот этот я вам показала, вот этот вот, есть такая прививочка оранжевая. И мне что нравится, он, смотрите, он это, у него вот у всех какие-то листики, а у него такие удлиненные. У меня такой вот Вэлти, вот он, 24 номер у вас, наподобие вот такие листья будут. Острые. Извините, хотела спросить, Валь, здравствуйте. А вот вы вот эти горошки, которые дали сказать, вот сколько раз надо вот подсаживать? Ничего не надо, эти горошки в течение года действительно вот засунул, и они будут растворяться в году. То есть я сейчас приеду, подщеплю их, да, да. Вот эти, и засуну горошки и, да, да, и удобрение. Ага, и все, да? Да, да. Это вот на год вам. А вот эти, а какие, извините, посмотрите, да, по 400. Вот смотрите, вот это вот написано арапа. Вот они это тут, да, да, цветет розовый. Есть у вас такой арапа? Да, я помню. Да. Нет. Давайте его. Да. Вот арап, смотрите. Вот арап. Выбирай. Вот арап. Вот арап. А это уже большой арап.
Ну, пусть вот немножко оттянется. Вот, вот маленький. Это, ничего страшного. Но будет вот у него вот эта вот часть толстая, мне нравится. А эти уже теплее, да, будут? А? Эти другие, да? Это да, это Таиланд, а это Саудовская Аравия, это вот обед. Вот это просто сожгла солнце. Не буду. Сейчас вот покажу. Кого? Да вон. А, давайте туда. Да. Держите это. Вот вам это, сейчас я могу сдать сюда. Если что, еще вам что-то вырастите. Контакте фотографии. Обязательно. Отлично вырастет. Да. Растет да, отлично. Я не ожидала, я такой работал. Ну, у меня во сколько, да, второй. И весной прям как и попер. Вот, вот такой вот. Оранжевый, а это коралл ангел. Все. И вот смотрите, он у меня зимой. Видите, я на фоне даже из теплицы вытащил, на фоне снега сняла. Что они цветут зимой и летом. Ничего себе. Да. Здорово. Вот коралловый такой. Вот это вот, вот он стоит. Вот он, вот коралловый. Коралл ангел. Угу. А второй, вон там он где-то скатается. Вот такие три. Да. Смотрите. Вот это у нас номер три. Да. Желтый. Номер три. Да. Напиши «Аврора». Номер 24. Номер 24. Пиши. Это оранжевый сорт «Велти». Угу. Номер... Пожалуйста, видимо. Сейчас я 54 найду. Так, 54. 54 амазинг розовый. 54-24. Номер 66. Номер 66 красный. Называется Санта-Клаус. И, идет красный и белый окантовочкой. А это номер 46. Ой, номер 46, Миднайт, вот можете снять, вот, Миднайт, темный-темный. Прям темно-темно-фиолетовый, таким отливом, шикарный. Ага. У меня их совсем мало, прям я не знаю, один у меня. А из семян вот получается. Вот это из семян. Вот... А семян, вот семена, знаете, семена из Таиланда. Я вообще купила вот именно в том году вот такой. Вот такой, да, маленький. Такой маленький мы взяли. Да, да. И такой прям еще солидный. Что-то тут вот. Но мы не прищипывали. Мы единственное провернули чуть-чуть. Хитнуть надо. Все, прищипнем. А сейчас вот я вам просто покажу. Вот женщина приходит, пришла ко мне. Это, ну все же подходят, отдыхают не один год. Женщина с Москвы, вот она из этих взяла, и вот даже в стаканчике видно, какой он худенький, маленький. Ой, как зацвел, видите? Ничего себе! Ну, у нас стебель-то маленький. Это через год. Вот сегодня это... взяла, на следующий год привезла, но я говорю, я не даю таким цвести. Смотри, он прям худой, он вот сдохнет. Такой, а он, ага. А там вот такие цветы. Это вот Москва. А вот с Ижевска я потеряла фотографию, там вообще... Такой красивый, фиолетовый, с какими-то полосками там. Нет, здорово, здорово. Считаем, ну, вот эти вот. Так, ну, только, вот, Лен, ты номера записала, да, какие, конечно, есть, что? Да, все, самое главное. Ага. В общем, смотрите, 3 на 1000 получается. Ну и это вот получается. Вы еще какой хотите взять, да? Ну, вот получается 2000. Я вам еще дам эту, удобрение. Удобрение я вот туда хотела. У меня заканчивается. Вот я вам... Вот хватит там, мне на этих, товарищи. Конечно, вы им возьмете там прям, ну, по 10, по 15, может быть, на туда, внутрь. Так, да. Я их сейчас не пересаживаю в этом году. Нет. До весны. Только макушки. Но я в этом году весной только пересадила. Все. Только макушки режьте. А вот такая есть? Давайте мне. Сфотографируйте. Нет, у меня уже. Последняя. Я сфотографирую сейчас. Я сейчас сделаю. На той стороне. Вам только последнюю страничку. Ага. Там, смотрите, мой телефон. Угу. Группа ВКонтакте. В Инстаграме. Сейчас сделаем. Хочу еще этот. Тут что-то листочек. Не, он не гниет. Не-не-не-не-не. Мы же таскали их сюда. Я езжу из Сочи, мотаюсь. И по машине туда, туда. Так, как зовут вас там есть?
сына моего. А, сын занимается, да? Ну, молодец, правильно. Правильно. Мамы должны работать, а сын должен в интернете все выкладывать. У меня сын занимается. Сын занимается? Он ничего себе. Он их сам поливает, сам там ходит за ними, ухаживает. А я ему пересаживаю. А он биолог? Да, биолог по блин. А? Биолог по образованию или просто? Юрист. А. Юрист? Ну мы коллеги. Скажите, что юрист из Москвы выкупил сегодня у меня. Все-таки можно. Да, я что и говорю. Берите, я его за 1500, вот я его за 1000. Вот давайте на 3000. Вот. Да. Давай. Этот можно прививать и сразу. Этот вы можете вытащить из земли, он уже готов. Землю для суккулентов посадить. Да, там вот есть мое это. И вот вы его, знаете, вытащите, отряхните, там земля въелась, прямо под краном промыла весь корень, отдалила как морковку. Я вам сейчас покажу, когда я их пересаживаю, что с ними делаю. У меня просят в интернете девчонки. Они боятся за них дотронуться. Да и конечно, ну как вот а можно? А ты тоже не промывала. Вот идите, посмотри, я их перекатываю. Вот я их вот так вот, видите? Вверх весь обрезала. Морковка, и правда. Вот освободила, помыла. И смотрю, где-то что-то закрутила. В маленьком еще возрасте. А здесь я не знаю, что там было. Вот. И вот смотрите, все помыло. И вот, например, вот эти вот ножки, да, вот так я их вытащу. Ну да, это мы знаем, да. Приподнять. А что там вот это тонкое, я их называю, волосня, махня, вот эти тонкие корешки. Я их взяла ножичком аккуратно. У меня специальный ножик для этого есть. Я их все убрала, водой весь корень промыла. Вот почистила вот это место. Когда вы будете приподнимать, и там будут какие-то махнутые. Да. Можете, у меня бывают вот эти. Но я вообще перекатывала. Я боялась трогать корневую систему. Нет. Я ее вообще перекатывала. А вот этот попробуйте. Ну, страшно. И вот эти вот волосики там где-то, их можно вот так косичку заплести. И прям в землю посадить. И вот он будет отсюда. И коса в земле. А потом, когда вот, смотри, видишь? Поднимете. О. Вот, да. Да, и вот. Вот такая вот коса, здорово. Ага. Мы сейчас зайдем, там что-нибудь купим упаковочное, потому что нам до Совхоза России, мы там же. Да довезешь, проблема-то. Ну, каждый год так. Так, все, понятно, теперь будем с вашим коллегой, будем тебе звонить. А вы, а далеко вам до моря ездите? Мы в Москву приезжаем на машине. Мы на машине, я довезу. Мы самое главное хорошо в кого. Я имею в виду. Я из этого Верхний Юг, Сочи. Мы в Сочи живем. На горе. Ну, а понятно. С горы у меня прямо конечная остановка Мурко. И моя конечная остановка. Некоторых прям ко мне туда приезжают. Мне туда интересно приехать, если вы будете пригласить. Ну мы... Как-то уже пристреляли это место. Сюда, да. Мы раньше здесь на Чкалово очень долго. Вот смотрите, 200, 300, 400, большие по 1000. Да, но вы просто можете в гости приехать, посмотреть. Посмотреть на оранжерею, да? У вас все дома или это на улице где-то? Нет, у меня это... Построен для них дом отдельный. Шикарно. Вот так вот. Это у меня сын. Он не знал, чем заняться. Молодец. И вот занялся отдельно. И тогда еще мы когда занялись, ничего не было. Они не так давно пошли-то. Многие вот до сих пор не знают. Я сейчас, знаете, не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.